Всем привет! Хочу вам показать два рецепта малинового варенья. Малина промыла. На 1 килограмм малины 1 килограмм сахара. Перемешаем. Не забывайте поставить лайк на видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Добавляю лимонный сок. Хорошо перемешаем, чтобы растворился сахар. Теперь разливаем по стерильным банкам. Это был первый способ. Хранить можно до весны только в холодильнике. А это уже второй способ. Я уже перемешала с сахаром. Нагреваем, доводим до кипения, но не кипятим. Тем временем стерилизуем банки и крышки. Добавляем лимонный сок. Уже горячее, я проверяла. Не дадим закипеть, выключаем. Нагрелось всего за 4 минуты. Горячее разливаем по стерилизованным банкам. Эти банки закрыли мы холодным способом. Храним в холодильнике до весны. А эти банки закрыли горячим способом. Нагрели до кипения. Храним при комнатной температуре в темном месте.